Государственная Дума Российской Федерации начала свою осеннюю сессию. В этот день состоялось первое пленарное заседание нового парламентского сезона. Главное направление работы этой осени – это реализация поправок в Конституцию, принятие бюджета на будущий год. Прежде всего, парламентарии планируют гарантировать исполнение всех социальных обязательств государства. А тему продолжит наш корреспондент. Во многом результаты выборов региональных руководителей и депутатов местных собраний определили настроение лидеров парламентских фракций перед началом заседания. Мы укрепили свои позиции. Левые народно-патриотические силы, идеалы справедливости, дружбы и суверенной сильной страны глубоко живут у нашего населения, оно продолжает активно это поддерживать. Наша команда прибавила на всех муниципальных выборах. У нас сильные, талантливые ребята прошли в местные органы власти. Мы продолжим эту борьбу за новый курс и новую политику. Первое пленарное заседание депутаты начали с рассмотрения постановления, которое подготовил Комитет по международным делам. Это заявление в связи с 75-й годовщиной создания Организации Объединенных Наций. В нем российские парламентарии призывают к укреплению координирующей роли организации при решении мировых вопросов. Создание ООН было важнейшей вехой в истории человечества, без преувеличения. После самой кровопролитной в истории войны, после огромных жертв, разрушений, у всего человечества было страстное желание того, чтобы жить единой семьей, чтобы войны никогда не повторялись. Осенняя сессия – традиционно время работы над бюджетом страны на следующий год и плановый период 2020 и 2023 годов. Комитету Госдумы по бюджету и налогам предстоит рассмотреть более 30 проектов, которые относятся как к казне государства, так и к налоговому законодательству. При этом две трети из них имеют бюджетообразующее значение. Парламентарии отметили, что в приоритетном порядке должны быть заложены расходы на социальную сферу. Это поддержка граждан и регионов, модернизация первичного звена здравоохранения и лекарственное обеспечение, помощь семьям с маленькими детьми. Всего в первый день в законотворческом портфеле было представлено 1229 инициатив. Два проекта приняли во втором чтении, 249 в первом, еще почти 850 только будут рассмотрены. Многие из них – это партийная инициатива, одна из таких – регулирование аптечного рынка. Мы помним о проблеме лекарственного обеспечения, и в частности мы видим, что нашему отечественному фармацевту трудно пробиться на рынок. В частности, аптеки взимают за вход, за продажу того или иного отечественного лекарства от 10 до 30% от стоимости этих лекарств. Мы планируем не более 5% входной, скажем, билет для наших фармацевтических компаний отечественных на аптечный рынок. У нас висит закон наш, запрет рекламы лекарств на телевидении и радио. Ну, постоянно рекламируют то, что вредно гражданам. И вот реклама идет день и ночь. Или реклама продуктов питания, которые тоже вредны. Также во время сессии рассматривались законопроекты по поправкам Конституции и приданию официального статуса удаленной работе. Как говорят депутаты, под этот вид занятости могут отвести целый раздел в Трудовом кодексе.